Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор 5-го каталога Faber Lic. Оставлю вам свои отзывы на новиночки, обсудим уход на весну. Итак, поехали. Не забывайте, что в 4-м каталоге до конца 4-го должны были активировать все свои купоны. Скоро будет розыгрыш. В этом каталоге очень классный подарок для новичков. Здесь у нас с вами патчи на выбор. Я прям настоятельно рекомендую брать One Week Miracle, потому что, на мой взгляд, они гораздо круче работают, чем ICUL и Океанум. Но это, на мой взгляд, кому-то могут понравиться и другие. Но они уже, чем ICUL и Океанум. Поэтому смотрите, кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Подарок классный, действительно стоящий. У нас будет новая коллекция одежды. Здесь много всего интересного. Я когда делала VIP-заказ по 5-му каталогу, пыталась ее заказать, но очень неудобно с новым приложением. И то же самое с сайтом. То есть там на одежду перечислены артикулы, но нет картинок. Это очень неудобно. Но вообще из того, что мне понравилось, это брюки-джоггеры. Но мне кажется, цена на них завышена. Надо еще посмотреть. А здесь 98% хлопок, 2 спандекс. Я вот такое люблю. Брюки-джоггеры, они смотрятся всегда очень достойно. Но вот единственный момент еще вот в этих карманах. Не будут ли они оттопыриваться, вот допустим, как здесь на девушке. Да? Мне это не нравится. Хотелось бы каких-то более классических карманов. Футболочки неплохие. Я себе тоже одну приглядела, но опять же, когда делала со звездочкой, по-моему, вот такую, делала заказ, она уходила в автозаказ. Не дал сайт заказать. Платьишки классные, суперские, но не каждому пойдут, тоже нужно мерить, смотреть. Но вот эти рукава я не понимаю. Не знаю, будет ли кто-то такой брать с такими рукавами и будут ли они на самом деле вот так стоять, как здесь. А так много интересной обуви, много интересной, удобной. Вот если, допустим, брать вот эти кеды, я вот такую очень люблю, посмотрю, может быть, возьму за 1700 со скидкой консультанта, где-то они должны выйти, ну, нормальная, более-менее такая цена. Вот классные тоже бежевые. А кроссовки уже опять идут подороже. Сумочки, я сумками не хожу, а так можно посмотреть. Вот как раз у нас стартовая программа для новичков, да, первый подарок за регистрацию. По поводу туши вот этих уже рассказывала, но сейчас нашла для себя способ, знаете какой, сначала использую розовую, она все-таки гораздо хуже отпечатывается, чем та, которая с черным колпачком. Наношу розовую, подкручиваю ресницы, она их классно ставит, все супер, и потом один или два слоя черный, и получается великолепно, и так не отпечатывается. Может ли гонечка, но не так, как одна. Это любимая моя First Class. Кто еще не пробовал, попробуйте. Я люблю ее в коричневом оттенке. В запасе лежит. Будут акции на помадки. Маски, слава богу, у нас давно уже ушли. Поэтому красим губки, ходим красивые, нарядные. Сатиновая помада, кто любит такой мягкий кремовый сатиновый финиш, да. Но она достаточно ярко пигментирована, тоже ее люблю. А полуматовая помада для губ Velvet Kiss, вообще моя любовь. Она очень стойкая, она действительно с матовым финишем, с бархатистым. Мне губы не сушат. Мне вообще Faber Lic практически ни одна помада губы не сушит. Ну, чтобы вот как-то так критично. Такого ничего нет. А как бонус за покупки, девочки, бонус за покупки. Я продублирую информацию, многие путаются. Ничего, все привыкнем, все будет хорошо. А бонус за покупки мы выбираем теперь на втором шаге оформления. Если вы ее сразу кинете в корзину, то она у вас не пройдет по скидке. А мы сначала безакционный товар накидываем в корзину, потом переходим на второй шаг, нажимаем внизу «Продолжить». И там у нас акции консультанта. И там как раз вот эти бонусы за покупки. И именно там, в этом окошке, мы выбираем то, что нам нужно. Тот оттенок, тот продукт, который нам нужен. По тональным средствам быстренько хотела рассказать. Но у меня, как всегда, на первом месте кушон. Недавно попалось видео очень интересное про увлажняющий крем тин для лица. Он сначала белый, потом подстраивается под кожу, и тоже вроде такой бархатистый финиш. Кто, девчонки, пробовал тинт, обязательно напишите. А так у меня кушон. Но сейчас, вот буквально еще месяц, я не буду пользоваться никаким тональным средством. Пусть кожа дышит, отдыхает, получает витамин D и так далее. Поэтому вот так. По лакам черный еще не тестировала новинку, но скоро обязательно с вами протестируем. Вот новые три оттенка, как раз таки черный, синий и сиреневый, да, такие красивые, яркие, сочные. Посмотрим, как будет носиться. Сейчас немножечко ногти отрастут, пока кальцием как раз таки их обрабатываю, скажем так. Кстати, он классно держится, не стирается. Один слой нанесла, через несколько дней еще один слой и так далее. Вот наношу по кругу, немножко пластину надо восстановить, она еще не совсем сросла. По ароматам на весну быстренько пробегусь. Рената зеленая.
Так вообще, что нравится, тот тем и пользуется. А так весенние ароматы, да, бьюти-кафе, пуртужур, как-то вот одно время нравился, сейчас не переношу его почему-то. Многие хвалят вот эту водичку Биаси. Каори Бамбу на весну. Алатау летний, свежий. Джали Джали. Дона Феличи, мандаринчики, апельсинчики. Кому нравится тоже. И на весну вполне себе зайдет. Многие на весну любят и аромаманию. А, миксуют несколько ароматов. Либо пользуются каким-то одним. Поэтому тоже можно присмотреться. Дешево и сердито, как говорится. Напшикался и пошел. Мужские Vent Adventure, весенний аромат, Ланселот немножко потяжелее, мало парфюма, вот Флорет, вот этот парфюм на весну прям очень классный, я его в свое время тестировала, очень понравился, не сказать так, что вот прям носила бы каждый день, но очень приятный. У нас в этом каталоге будут масла со скидкой, смотрите, 299, то есть 200 рублей со скидкой консультанта, дыхание, чистота и защита, тонус. Остальные немножко подороже, но мне больше всего нравятся, девчонки. Секси и релакс нравится, а больше всего секси и энергия. Да, вот они самые классные, но они вот будут как раз по 500 рублей. А кончаются они, к сожалению, очень быстро. Куркума. А, поговорим об уходе на весну. О легком уходе, да, чтобы кожу не перегружать. Сейчас гиалуронка, допустим, может у кого-то вызвать высыпание. Да, она обладает такой функцией. Достаточно легкий уход у Green Karma. У BioGlow немножко тяжеловатый. Вот я бы эту категорию отнесла к зимнему уходу. Но опять же, смотря какая кожа, все настолько индивидуально, нужно пробовать и подбирать. Кому-то и этого очень мало, даже летом, да. Global Oxygen очень подойдет хорошо на весну, на лето. Все прям замечательно, все отлично. И серия Axiology, как всегда, вам ежегодно рекомендую. Кислородный баланс. У кого жирная кожа, да, крем дневной, он матирующий. Ночной увлажняющий, а дневной матирующий. Очень неплохо матирует, прям я его несколько лет подряд использовала весной и летом, потому что очень подходит, очень хорошо подходит. Также серия Эксперт, вот это вот зелененькая, здесь то же самое, есть крем. Так, тут у нас нет его на этой страничке, но он есть в каталоге, надо смотреть, на сайте, вернее, по артикулу из вот этой серии, тоже крем матирующий, хороший для жирной кожи. Вот эту серию я не оценила, здесь у нас с вами два крема, отбеливающий и еще какой-то, они по мне как маска на лице не подружилась, но знаю, многие девочки прям очень любят. Присматриваем себе средства еще для коррекции фигуры, да, из линейки ICOL подойдет очень... гиалуроновый с алоэ вера, но надо одну капельку, если переборщите, будет липкость. Очень легкий, не вызывает никаких подкожников, все отлично. То же самое линейка NFW, прям для жирной кожи заглядение. На ночь можно выбирать себе что-то увлажняющее, питательное, да, а на день уже хочется чего-то более легкого. Серии Bloom я не подружилась, поэтому на ней не останавливаюсь никогда. Она для меня как вода была, никакого эффекта не увидела. Так, где же наши с вами новинки? Хотела вам рассказать по шампуню вот этому детскому с клубникой. Я попробовала его на себе, и мне очень понравилось, девчонки. Волосы хорошо лежат, волосы увлажненные, блестящие, нет статического электричества. Вот прям зашел. И есть объем прикорневой. Понравился. Два раза помыла им голову, уже вообще супер. Паста вам говорила, тоже все отлично, никаких нареканий к ней нету. Ксюшка чистит, все нормально, в этом плане все отлично. По дезикам новым тоже все отлично, со своей функцией справляются, защищают. Единственное, это удушающее облако. Оно присутствует. Я знаю, для многих девчонок это важно. Оно присутствует, оно действительно удушающее, начинаешь задыхаться. Поэтому распыляем и убегаем быстренько. А так, с функцией защиты, ароматы все приятные, классные. Вот если выбирать, допустим, между розовым и зеленым, мне больше понравился зеленый. Вот прям я сейчас им пользуюсь. И к розовому рука не очень тянется, потому что от розового, у розового тоже очень мягкий, приятный, деликатный аромат. Потом, но сначала прям, ой, вообще капец, удушает. Удушает. Так, новинки. Зубная паста, комплексная защита. Она у нас уже давно не новинка. Ну вот чищу ей, но не на ежедневной основе с манго. Пока чувствительность эмали не повышается. Но я не раза 2-3 в неделю ей пользуюсь. Я прям вот побаиваюсь пасты Фаберлик. В этом плане меня почему-то разочаровывают. Вот также удушает из преспиранта серии Эксперт. Вроде аромат ненавязчивый, но удушает. По фитобальзаму живицы для тела рассказывала тоже. Очень классная вещь, очень здорово увлажняет. Наносила даже на лицо на ночь. А как ручки и ножки перед сном питает. Вообще здорово, отлично, супер, понравилось. Прям рекомендую это средство
себе в домашнюю аптечку. Классная вещь на самом деле. Что у нас тут пишут? Ускоряет, заживляет раны, снимает воспаление. Вот по поводу этого еще раны. Надо потестить на чем-нибудь. Не хочется, конечно, чтобы раны были, но вдруг. Интенсивно питает, да, питает, смягчает. Все это здорово, убирает шелушение, восстанавливает кожу, повышая ее упругость. Вот так. А бальзам для носа тоже сейчас все болеем. Пригодился, могу сказать, что красноту снимает очень быстро, практически моментально. Питает, увлажняет, и дышать с ним легче. Там прям аромат масел такой классный. По БАДам из молекулярных пока, наверное, ничего не буду брать, допивать буду те, что есть. Коктейль, скорее всего, еще один возьму, хотя сейчас откопала у себя в запасе белковые и просроченные. Но посмотрим. Я хочу взять «Секреты Востока». Или по ВИП-программе, или так, на них будет скидка хорошая, 539 рублей, повосстанавливаться после болезни, потому что очень тяжело все это дело прошло. Ксюшка пьет сейчас витамины, у меня там разные комплексы тоже есть, но я знаю, что и живица, вот живица у нас с вами без скидки будет, можно будет как раз по ВИП-программе взять живицу, и «Секреты Востока» пропить надо обязательно. По пластырям. Ну, по пластырям я вам уже рассказывала во влогах, вы видели, что я беру сейчас другие, гораздо дешевле, и, в принципе, разницы не вижу. Хочу мельницу, но ее так и нет на складе, не знаю, когда она появится, буду мониторить. В принципе, цена такая же, как и на маркетплейсах, посмотрим, если она до нас когда-нибудь дойдет, я надеюсь. По гелям для стирки приятно удивил, для белых и цветных тканей, другие не брала. А мне понравилась одушка, она есть на высохшем белье. И белье достаточно мягкое, даже без кондиционера. Поэтому гель нормальный. Не скажу, что буду брать часто, потому что я больше люблю стирать порошками, но брать буду. Желтые ценники у нас с вами на разные пятновыводители и отбеливатели. Кто любит, запасайтесь. Кондиционер. Желтые ценники, кстати, на полотенчики. Приятная цена для маленьких, 199 рублей, плюс скидка консультанта. Вообще очень приятная цена. В конце у нас и мужские новинки, очень интересные, на самом деле. Но вот эта вот рубашка, вот еще более-менее там куда ни шло. Но вот в таком, я не знаю, мой муж, допустим, не будет ходить еще и шортами вообще. Носки, кстати, классные новые. Носки действительно классные, носим их с Ксюшкой с удовольствием. Не сползают с пятки, все отлично. Коллекция белья, которая в прошлом каталоге вышла. И в конце у нас с вами должны быть распродажи и желтые ценники. Здесь у нас серия Weekend. Weekend тоже очень неплохо, кстати, на весну. Weekend серия достойная. Вот кто не пробовал и хочет чего-то новенького, рекомендую. Освежает. Вот освежает, дарит такой румянец. Классная, замечательная серия. Все средства в ней прям хороши. 30 мл водички различные у нас тут. Ну, новинки. Блум, я что-то не поняла. Даже в прошлом году они были, они теперь просто, наверное, в новом формате, 30 мл у нас. Мне они не зашли, они у меня так и стоят. Надо кому-то их отдать, но они никому не нравятся. Поэтому на этом не останавливаемся. Гели для душа, бьюти-кафе. Кстати, классный крем для рук, жидкой перчаткой, формула омоложения. Кто не пробовал, а у кого сухие очень ручки, возьмите, обязательно попробуйте. Большие гели ботаника, ботаника по желтым ценникам. А на морожку хорошие цены, нормально, со скидкой консультанта. Большой объем тоже 380 мл, вообще отлично. Вот эти шампуни, крапивный алоэ, прям хочется повторить. Новинки постоянно выходят. Зашли и алоэ, и крапивный. Вот как-то вот эффект естественных волос мне именно с этими средствами и накопительных эффект понравился. Так, ну все, долистали с вами не очень много новинок, больше одежды, скажем так. Ссылка для регистрации всегда под видео, подарок классный. Проходите, регистрируйтесь, буду вам помогать. Ну, на этом все, мои хорошие. Если остались вопросы, пишите. Всех люблю, целую, всем пока-пока.